Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин shellac-gelish.ru. Сегодня я хочу вам рассказать про шеллак от Blue Sky. Blue Sky – это копия шеллака от C&D, но по более доступной цене. Компания Blue Sky выкупила технологию изготовления шеллака от C&D. Качество осталось прежним, но цена уменьшилась, что не могло сказаться на покупаемости этого гель-лака, так как и для себя, допустим, купить набор шеллак будет недорого, и также сделать в салоне нанесение шеллака от Blue Sky намного выгоднее и дешевле, чем шеллака от C&D. И приступим к самому нанесению. Если у вас ногтевая пластина влажная, то вам нужен будет праймер. Праймер от Shellac Blue Sky улучшает сцепление базы с ногтевой пластиной. Праймер рекомендуется для ногтей с влажной ногтевой пластиной. Если у вас часто, например, потеют руки, либо жирная кожа лица и тела, и искусственные материалы, такие как гель, акрил, гель-лаки, плохо держатся, то, скорее всего, у вас влажная ногтевая пластина, и вам нужно будет нанести праймер перед нанесением базы. Я не буду наносить, так как у меня не влажная ногтевая пластина. Нанесу сразу базу. Вот. Но прежде я подготовила ногтевую пластину. Я убрала глянец с ногтей бафом, либо вы можете сделать это еще шлифовщиком. Желательно делать не грубо, где-то 180-200 грит. Потом нужно протереть ногтевую пластину безворсовой салфеткой, пропитанной в жидкости для обезжиривания ногтей. У меня жидкость от Северина. Итак, мы теперь сейчас нанесем базу от Blue Sky. Вот так вот она выглядит. В принципе, вы можете заметить, что все тюбики очень похожи на шеллак от C&D. Базу мы наносим тонким слоем. Как бы втирая ее. Вот такими вот движениями. Втирающими. И не забываем запечатывать с кончиков. База от Shellac Blue Sky помогает прочно сцепиться цветному покрытию с ногтевой пластиной. Мы нанесли базу и убираем в уф-лампу на 2 минуты. 2 минуты прошли, и сейчас мы будем наносить цветное покрытие. У нас будет это оттенок под номером 057. Это такой розовый голографический цвет с некрупной слюдой. Выглядит очень красиво, на солнце очень красиво переливается. Также тонким слоем наносим. Цветное покрытие от Blue Sky Shellac наносится легко и ровно. С первого слоя наносится довольно плотно и не растекается.
И не забываем запечатывать. Убираем в уф-лампу на 2 минуты. Если у вас LED-лампа, то убираем на 30 секунд. 2 минуты прошло, и сейчас я повторю процедуру с цветным покрытием, нанесу его во второй слой. Второй слой шеллака блюскай высох. Если вы покрыли в 2 слоя шеллак блюскай и понимаете, что, например, лег не совсем ровно, либо не так ярко, как вы хотели бы, вы можете накрасить третьим слоем, что я сейчас и сделаю. Третий слой шеллака от блюскай высох, и теперь мы можем нанести последний слой, так называемый топ. Также наносим тонким слоем. И не забываем запечатывать. Топ от шеллак блюскай защищает цветное покрытие от повреждений и выгорания цвета на солнце, а также придает покрытию прочность и ровный глянец. И убираем в лампу также на 2 минуты. 2 минуты прошло, наш маникюр практически завершен. Осталось пройтись по ногтям салфеткой, пропитанной жидкостью для снятия липкого слоя. Это все тоже средство от Северина. Это как бы 2 в 1. Все, наш маникюр готов. Надеюсь, для вас видео было полезным и интересным. До встречи!